Велетенська квартира в самому центрі Києва. Будинок, земля і не дешева іномарка. Ні, це не історія успіху молодого бізнесмена. Це будні слідчого з особливо важливих справ Київської прокуратури Євгена Кудрявцева. Двадцятидев'ятирічний слідак в органах прокуратури працює з 2008-го. До отримання посади у Центральній міській прокуратурі Кудрявцев працював заступником прокурора Солом'янського району Києва. Сторінка в соцмережі молодого слідчого розповіла слідство інфо про його захоплення важким роком, пейнтболом і мандрівками. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Мюнхен, Мерано. Судячи зі статусів у Фейсбуці, наприклад, у Нью-Йорку Кудрявцев з дружиною зупинялися в готелі «The Plaza». Найдешевший номер там нині коштує близько 22 тисяч гривень за ніч. На наш запит прокуратура Києва надала копії декларації Євгена Кудрявцева за останні 2 роки. Серед доволі скромних зарплатних цифр, як слідчого, так і його дружини, приховався не дуже скромний позашляховик Land Cruiser Prado і геть не скромні квадратні метри. Протасів Яр-8, житловий комплекс «Альпійський». Квартирами тут володіють представники родин колишнього очільника СБУ Валентина Наливайченка і нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Серед власників елітної нерухомості – і родина Кудрявцевих. Зокрема, з 2012 року п'ятикімнатною квартирою тут володіє сам Євген. Така ж квартира по сусідству належить його матері Оксані Кудрявцевій і молодшому брату Костянтину. Зараз кожне з цих помешкань коштує близько 7 мільйонів гривень. Це приблизно 58 річних зарплат Кудрявцева. Ловимо молодого прокурора під місцем роботи і запитуємо, звідки гроші. Все знаходиться в моїй декларації, яка знаходиться на сайті Генерального прокурора. Це я знаю. А ви можете пояснити походження цього майна? Це майно задекларовано. Я розумію, але ж воно звідки взялося? Воно не на вашу зарплатню купу. Якщо буде якісь повне питання, то податкова інспекція подасть запитання у прокуратуру міста. Копнувши трохи глибше в напрямку генеалогічного дерева Кудрявцевих, слідство інфо знайшло кілька цікавинок. Батько Євгена Кудрявцева, Віктор Кудрявцев, з 2000 по 2010 був заступником Генерального прокурора України. Працював чи не з усіма? З Потебеньком, Піскуном, Васильєвим та Медведьком. І з нинішнім генпрокурором Віктором Шокіним. Мати Євгена – юрист. Дідусь – Віктор Кононенко, колишній суддя Верховного суду України. Окрім апартаментів у Протасовому Яру, родина Кудрявцевих до березня 2015-го володіла і квартирою на Паторжинського, прямо навпроти СБУ, в самому центрі Києва. Нині сім'я є власником декількох маєтків і ділянок у Вишеньках, що під Києвом. Тут, по суті, вони звили ціле сімейне гніздо, де земля належить батькові сімейства Віктору Кудрявцеву, його синові Костянтину, дружині Оксані, мамі Галині і невістці Олені. Масштаби оцініть самі. Звідки у родини кошти на таку нерухомість? У нас є версія. За одним парканом з Кудрявцевими у тих же Вишеньках земельними ділянками володіє кілька цікавих осіб. Власником землі під одним з будинків є Євген Фельдшеров. Людина з таким же ім'ям фігурувала як радник біглого екс-міністра Едуарда Ставицького у Міністерстві енергетики. У Мінприроди ж, яке Ставицький очолював раніше, з фірмою Фельдшерова пов'язаний гучний тендерний скандал. За даними журналістів «Наших грошей», мова йде про Беніш GPS Україна, де Фельдшеров виступає як співзасновник. У 2012-му фірма продала Міністерству Ставицького обладнання для автоматичного оброблення інформації на майже 10 мільйонів гривень. За 2 роки на цю справу звернула увагу Генпрокуратура, яка знайшла порушення у процесі закупівлі і з'ясувала, що дороге обладнання не використовувалося за призначенням. Вам знайоме таке прізвище, як Фельдшеров Євген Якович? Я не пам'ятаю. То що ж пов'язує родину екс-заступника генпрокурора з радником Ставицького і бізнесменом? Запитати ми вирішили у Кудрявцева-старшого.
чому ви захотіли це ще робити? Справа в тому, що це стосується державної служби, власне, ну, тому і цікавлюся. Я вас прошу, пожалуйста, більше мені не дзвоніть. В процесі підготовки матеріалу нам зателефонував і сам Євген Фельдшеров. Між погрозами і звинуваченнями у замовності сюжету Фельдшеров заперечував все озвучене нами. Але, схоже, заплутався сам. Я не був засновником, це був 2000 году. Ви зараз засновник. Я зараз відкриваю сайт Мін'юста, відкриваю Бенні Шефєш Україну. Я не був ні совєтником, ні учредителем. Я так розумію, це хто-то заказав. Ну, бери і спроси, тебе я тебе розкажу. Где работал, где нет. Что ты как маленький вор вообще, какие-то заплатите тайные сможешь. А ты здесь спроси, я тебе все прокомментировал. Ярославская 50-60. Вот я сбоюсь. Ще одним власником землі поруч з будинками родини Кудрявцевих у Вишеньках є Анатолій Кононенко. Анатолій Володимирович Кононенко – це родич по дідусевій лінії. Анатолій Кононенко. Ну, прізвище так, але ну, я маю запитати, аби не збрехати зайвий раз. Ну, я нічого з приводу цього не знаю. Щось таке от. Прізвище справді одне. Його в дівоцтві носила мати Євгена Кудрявцева Оксана. І належить воно вже згаданому члену клану – екс-судді Верховного суду України. Цікаво, що обидва Кононенки – Віктор і Анатолій – партнери по цілому ряду приватних компаній. Це означає, що колишній суддя, почепивши в шафу мантію, активно зайнявся бізнесом. Донедавна вони були співзасновниками фірми Grand Wall, власника столичної ділянки на Кіквідзе 41-43, місця скандального будівництва, проти якого активно протестували кияни. Також Кононенки – колишні партнери по ТОВ «Проект Бюро». Разом з ними серед засновників компанії була й така собі Ірина Мельніченко. У 2009-му вона стала співвласником ялтинського пансіонату «Прибережний». Її колегами в цій справі стали той самий Анатолій Кононенко і брат Віктора Кудрявцева Олександр. Нині пансіонат став готелем і називається «Ріпаріо». Кононенко і Кудрявцев з числа акціонерів вийшли, а от Мельніченко лишилася. Продовжує бізнес і платить податки вже Російській Федерації. Про те, що Кудрявцеви доклали руку до приватизації пансіонату, може свідчити і той факт, що Оксана Кудрявцева, за даними з Українського реєстру нерухомості, як мінімум до анексії Криму, володіла частиною нерухомості за однією адресою з Прибережним. Зараз Євген Кудрявцев проходить люстраційну перевірку. Оскільки під час Євромайдану він був заступником прокурора Солом'янського району, за всіма ознаками його мають звільнити. Та молодий і багатий правоохоронець має впливових родичів і серйозні зв'язки. Як показує досвід, саме вони, а не закон, можуть відіграти ключову роль в тому, чи збереже він своє тепле прокурорське крісло. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Салям алейкум, урметлєва тандашлар. Доброго вечора, шановні співвітчизники. Центр журналістських розслідувань вітає вас в прямому ефірі телекомпанії «Чорноморська». Сьогоднішній ефір буде присвячено двом великим темам. Перша стосується енергетичної незалежності України. І будемо, звичайно ж, говорити про останні події, які розгортаються довкола енергетичної блокади окупованого Росією півострова. Чи настає кінець уже блекауту, який почався в Криму від вже майже 10 днів триває, в зв'язку з тим, що учора начебто з команди президента Росії Владимира Путіна була запущена перша нитка так званого енергомосту із Кубані до Криму. Гостем нашої студії буде народний депутат України Георгій Ловинський, який зараз, долаючи пробки, корки, які зараз є в центрі Києва, дістається до нашої студії. І поки ми будемо його чекати, ми з вами також спробуємо згадати
І згадаємо хронологію розвитку подій довкола енергетичної блокади окупованого півострова. У другій частині нашої програми ми будемо говорити про справи військові. Справи військові, про те, як служиться сьогодні кримчанам, а зокрема нашим славним морським піхотинцям. І в нашій студії ми чекаємо людину, яка відома майже кожному українцю, який слідкував за подіями в Криму. І пізніше це Олексій Нікіфоров, майор Збройних сил України, той самий героїчний заступник командира керченських морських піхотинців. І також ми чекаємо в нашій студії Романа Башкалу, кримчанина із жінкою, який тепер уже є одним із найвизначніших українських воєнних кореспондентів. Буквально вчора Роман Башкала отримав нагороду «Телетріумф» як найкращий репортер України. Зараз Роман на зустрічі з президентом України. Дуже сподіваємося, що до кінця нашої програми вона все-таки скінчиться, і ми дізнаємося про останні новини, які торкаються в тому числі і ситуації в Криму. Отже, починаємо нашу програму із сюжету, який нагадає хронологію розвитку подій довкола енергетичної блокади Криму. Дивимося сюжет наших кореспондентів. 21 ноября в селе Чеплынка на административной границе с оккупированным Крымом были повторно взорваны ранее поврежденные опоры линий электропередач. Полуостров был полностью обесточен. В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации, отключены все котельные и уличное освещение, введен запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты крупнейшие промышленные предприятия, школы и детские сады. Некоторые районы Крыма на несколько суток погрузились во тьму, электричество в них даже не включалось. После длительных переговоров с участниками акции по блокаде поставок в Крым «Укрэнерго» удалось восстановить одну опору и подготовить к подключению линии электропередач «Каховская Титан». Однако подключение не состоялось. Активисты вновь заблокировали ремонт. По информации «Зеркала недели», лидеры Меджлиса крымско-татарского народа направили министру энергетики России Александру Новаку письмо со списком политзаключенных, освобождение которых было поставлено условием восстановления энергоснабжения Крыма. 25 ноября в ходе заседания суда по делу замглавы Меджлиса Ахтема Чайгоза ему могли изменить меру пресечения и освободить из-под ареста. Этого не случилось. До окончания этой оккупации оккупанты, по крайней мере, должны придерживаться каких-то цивилизованных правил. В первую очередь мы требуем немедленного освобождения тех заложников, которых совершенно необоснованно они арестовали. Создать комиссию по расследованию фактов похищения и убийства наших граждан. Мы требуем также, чтобы был допуск международных организаций для мониторинга ситуации с правами человека на оккупированной территории. Мы также требуем, чтобы на территории оккупированной были восстановлены те демократические права, которые существовали до оккупации. Условия восстановления энергоснабжения Крыма со стороны материковой Украины оккупационная власть выполнять отказалась. А так называемый глава Крыма Сергей Аксенов даже пообещал всю ответственность за энергоблокаду возложить на политзаключенных в Крыму, добавив им сроки за убытки. Мы родину на колбасу и на свет-то менять не будем, так или иначе. Оценку всем деятелям, которые участвовали в так называемом теракте, уверен, даст прокуратура Республики Крым, правоохранительные органы. Мы всех их найдем. На шантаж поддаваться никто не будет и не собирается. Там звучат какие-то требования выпустить там каких-то политических узников. В стране политических узников нет. В Республике Крым тоже нет. Есть только уголовные элементы, которые получили наказание за конкретно совершенные действия. Мало того, я лично уверен, что суд при вынесении приговора учтет, что благодаря этим людям конкретно в данном случае производились определенные действия. Мы им начислим всем наши убытки, это я обещаю. Пока активисты торговались с оккупационной властью, китайский кабелеукладчик, заведенный в Керченский пролив для строительства энергомоста из России в Крым, прокладывал кабель и днем, и ночью. Вечером 2 декабря по первой нитке энергомоста через Керченский пролив из России в Крым пустили электричество. По словам министра энергетики России Александра Новака, это даст в ближайшие сутки в Крыму около 100 мегаватт. Затем поставки электроэнергии с Кубани увеличатся вдвое. Давать команду на запуск президент России Владимир Путин приехал в Крым лично. Есть предложение, если вы поддержите, распределить этот ресурс равномерно. Равномерно, но нужно как быстрее, нужно быстрее оставшиеся 200 мегаватт получить и добавить. Это, вы сказали, будет в течение суток. Значит, это будет 200. Еще раз напомню, да, что к 15-му, 20-му плюс еще 200 в мае
И я просил бы вас сделать это как можно быстрее, тоже до начала и даже до подготовки к летнему сезону, чтобы было еще 400. И мы таким образом полностью заместили бы подачу электроэнергии с Украины. Целиком. Даже чуть больше бы у нас получилось. Не понял. Ну и, конечно, нужно синхронизировать это с газовиками, со строителями тепловой электростанции, с тем, чтобы в 2017 году уже давать дополнительную собственную крымскую генерацию. Откуда возьмутся эти сотни мегаватт, неизвестно. Ни один дополнительный источник генерации по обе стороны пролива еще не построен. Более того, все заявления Путина идут вразрез с официальными данными Министерства энергетики России, согласно которым вторая нитка энергомоста мощностью 500 мегаватт может быть запущена только к 2017 году, когда будут построены сопоставимые электрогенерирующие мощности в Крыму и Тамане, а существующие подстанции расширены. Кроме того, энергетическими экспертами неоднократно заявлялось, энергосистема Крыма устроена так, что способна принимать и распределять электричество, поступающее только с территории материковой Украины. И чтобы обеспечить Крым необходимой электроэнергией, России необходимо проложить как минимум 5 высоковольтных кабелей через Керченский пролив и перестроить энергосистему Крыма, на что уйдет по меньшей мере 3 года. Да и в самой Ростовской области попросту нет необходимой мощности. Можно предположить, что электроэнергию просто заберут у местных жителей и пустят на Крым. По-перше, там нема точки приєднання до енергосистеми Криму. Ну, нема підстанції, яка б могла і 200, і 400 мегаватт прийняти. Значить, дві точки є в Криму, які можуть приймати під'єднання таких потужних постачань, ну, в даному випадку з України, Джанкой і Сімферополь. І туди є тягнути сотні кілометрів, треба тягнути. Це не зробиться ні за місяць, ні за два. Кроме того, експерти советують не забувати о заїленому дні Керченського проліва, создающего угрозу того, що кабель просто затянет или порвет. Крымчане же верят в близость конца блэкаута. В домах появилось отопление, а отключения электроэнергии стали менее болезненными и длительными. При этом часть регионов так и не почувствовала особой разницы. В то же время репрессии в отношении инакомыслящих на полуострове вышли на новый уровень. По факту подрыва электроопор на материковой территории Украины ФСБ возбудило уголовное дело по статье 181 Уголовного кодекса России «Диверсия». Так называемый прокурор Наталья Поклонская грозит участникам блокады ответственностью. ФСБ проводит обыски в домах председателей региональных меджлисов в Крыму и вызывает на допросы родственников членов меджлиса, которые были вынуждены уехать на территорию материковой Украины. Вы смотрите «Вопрос национальной безопасности». Я представляю вам первого гостя нашей программы. Это Георг Вологвинский, народный депутат Украины. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, что в связи с тем, что вчера Владимир Владимирович махнул рукой и запустил, как сказано было, первую нитку энергомоста, и у многих все-таки сегодня, вернее, еще вчера появилось тепло и свет, но точно так же и у многих его и нету. Оно заключается точно так же, и, наверное, будет по графику. Понятно, что какой-то крупный объем генерации нельзя было завести в один день. Тем не менее, что это означает, что больше не актуален вопрос продолжать действие договора, контракта на закупку российской электроэнергии для поставки ее в Крым или нет? Смотрите, все, что касается юридической составляющей договора, достаточно детально я написал у себя в Фейсбуке. Это договор, который имеет в основе своей уголовно-правовые нарушения. Лица, которые подписывали этот договор, должны быть привлечены к ответственности. И я очень надеюсь, что как можно раньше мы увидим эти результаты. Продление указанного договора просто невозможно по причинам, которые только что я сказал. Если будет составляться любой другой договор, он должен стоять исключительно на призме прав человека. Мы понимаем, что у нас территория оккупирована. Кто-то ее отобрал, забрал себе в управление. Но оккупант ведет себя абсолютно наглым образом. То есть он не выполняет ни международные требования, связанные с поведением оккупанта, ни с какими-то национальными, даже российскими законами, украинскими законами. То есть они создают какую-то форму тюрьмы. Поэтому сотрудничество с оккупантом, который не соблюдает основополагающие права, просто невозможно. Это наша позиция. Поэтому я не думаю, что для меня больше это напоминает, когда, знаете, вот в фильмах кто-то приходит, нажимает на какую-то такую самую, видно, страшную, важную кнопку, и вдруг появляется лампочка, начинает загорать, все заработало, турбины, насосы, атомные станции, все запускаются одной какой-то кнопкой. Примерно такой же цирк, особенно с элементами такого грима, которые было вчера видны на лице господина Путина, то есть он был настолько грязный, что лицо было как где-то там испачкано, он куда-то, видно, лез в этой каске, да. Вот напоминает мне просто театральное шоу. И
Мне кажется, что очень скоро жители Крыма поймут, что даже когда в тюрьме приезжает какая-то группа, им надо все равно относиться как актерам Погорелого театра. Ну, это политические оценки. Все-таки наша программа славится тем, что мы говорим о конкретике и о фактах. Поэтому я еще раз задаю вопрос. Правильно ли я вас поняла, что даже в случае, если бы в Крым вчера не было дополнительно пущено электроэнергии, я пока что не знаю, не могу сказать, откуда действительно, потому что очень много сомнений относительно того, что это действительно из Кубани. Но, тем не менее, подписывался бы контракт или нет? Что в правительстве на этот счет? На сегодняшний решили, день новый концов. Контракт не подписан. Мы это знаем, потому что старый еще не закончился. Да. Ну, он заканчивается через пару дней. На сегодняшний день позиция активистов. Мы не допустим подписания контрактов без выполнения условий международных договоров. Точка. Теперь мы не можем гарантировать, что президент или какой-либо там министр энергетики или кто-то другой не даст указания подписывать. В чем аргументация? Я не могу сильно их винить. Аргументация в том, что на сегодняшний день Украина за 2 года не смогла отвязаться от тех, скажем, узелков, к которым была привязана Россия, к системе украинской экономики, украинского бизнеса, военной промышленности, транспортной промышленности. К сожалению, мы до сих пор были зависимы от газа российского, и в случае каких-то экстренных действий они могли нас, допустим, нам закрыть газ, поставку газа, и это были большие бы катаклизмы. В сегодняшний день мы с этой газовой иглы, так называемой, сошли. Сегодня мы покупаем реверс газа. Говорят о том, что существует проблема с углем. Насколько я слышал сегодня премьер-министр, что эта проблема решена, что на сегодняшний день запасов угля хватит до момента захода из угля из Южной Африки. И мы должны как можно быстрее отвязаться от всех точек, которыми нас могут шантажировать. Но мы же знаем, и что наоборот, эти точки, да, но эти... разработать, чем мы можем влиять на такие незаконные действия России. Эти точки, которыми мы привязаны к России в своей зависимости, энергозависимости, они имеют конкретные имена и фамилии. Да, и мы понимаем, почему первые дни с начала энергетической блокады так нервничал господин Демчишин, почему нас пугали вторым Чернобылем, почему нам рассказывали о том, что мы не переживем зиму без угля с ДНР и дополнительной электроэнергии с России. Потом вдруг все нашлось. И уголь, и электроэнергия, и мы заговорили о том, что мы можем уже в эту зиму обойтись без дополнительных закупок. С России имеется в виду, что есть альтернатива. Но именно вы последние недели, да, озвучили фамилию российского олигарха, украинского происхождения, скажем так, Константина Григоришина, партнера, бывшего бизнес-партнера президента, и его считается так, что близкого человека ему, которого был заинтересован в этой схеме в покупке в России газ. Что, Константин Григоришин тоже уже отпустил эти узелки? Мне неизвестно. Господин Григоришин не давал каких-то комментариев. Мы ожидаем от него официальных комментариев по этому поводу. Из официальных комментариев господина Григоришина было подтверждено в том, что он действительно принимал участие в подписании этого контракта. Соответственно, для меня это достаточно для того, чтобы говорить о том, что есть кто-то, кто был заинтересован в этом контракте. Также эту информацию я получил из нескольких источников. Дополнительно, что господин Григоришин участвовал в этом процессе. Теперь, я не знаю, какие планы дальше. Более того, я не могу быть... Нас заставляет время быть экспертными во всем. То есть и в транспортных вопросах, вопросах или поставки электроэнергии, газов. Ну, это такая, видно, наша работа копаться глубоко. И, безусловно, очень много спекуляций на эту тему. Как с российской стороны, так и с украинской стороны. Мы присутствовали неоднократно, нам приходилось собирать круглые столы, где приходил глава НКРЕ, министр энергетики, советник премьер-министра, и они между собой спорили. Например, советник премьер-министра говорит, что мы сможем без электроэнергии с Россией нормально прожить. Есть такая возможность. Демчишин говорил, мы не сможем, перепады не дадут возможности. Президент на встрече с Мустафой Джамилевым сказал, что
в случае, если нам остановит уголь, то у нас будет чуть ли не катаклизма, и 6 областей остановятся. Плюс к тому же, если мы не будем поставлять электроэнергии хотя бы в минимальном объеме в Крым, то могут взорваться определенные заводы. На мой вопрос, хорошо, почему они не взорвались до сих пор? Какого-то внятного ответа я не услышал. Поэтому нам приходится более глубоко изучать, вникать в проблему. Нельзя говорить о том, что мы существуем отдельно от общества. Что нас не интересует последствия взрыва какого-то завода или же какой-то другой катаклизмы. Безусловно, мы стоим на позиции прав человека. Если дальше оккупант не будет проявлять принципы человеческой договоренности с нами, с государством Украины, мы считаем, что никакие взаимоотношения с ним не могут существовать. Я согласна абсолютно, что время заставляет нас быть экспертами даже в том, о чем мы вчера не подозревали. И, наверное, это правильно, если дело касается парламентского контроля, если дело касается общественного контроля со стороны СМИ в том числе. Да, мы должны вникать, потому что мы должны контролировать исполнительную власть в том числе. Поэтому вот хочется услышать все-таки от вас те результаты, да, которые на сегодняшний день имеем мы после 10 дней энергетической блокады со стороны активистов, а вы близки очень к ним по той причине, что вы еще представляете Межлис крымстарского народа в парламенте. Да? И информация, надеюсь, у вас есть с этой стороны. И кроме того, вчерашнее событие, так называемый запуск первой линии, первого звена энергомоста Кубань-Крым, что мы на сегодняшний день имеем? Вот как по мне, то мы имеем очень хороший результат, потому что наконец-то Украина заставила, руками активистов, заставила Россию заботиться об оккупированной территории, что-то там делать для того, чтобы заботиться о людях. Ваши оценки? Ну, мне кажется, что это действительно так, это действительно какая-то задача, которую мы подтолкнули оккупанта, но это не главное. Для нас главное – это люди, которые находятся там и которые на сегодняшний день могут понимать в зависимость Украины отношение оккупанта к нему. И, не знаю, наверное, надо пытаться играть в шахматы вперед. Давайте посмотрим на Крым в этой логике ситуации. Ведь пока ты сам не почувствуешь, что у тебя возникает проблема, и кажется, что вокруг все нормально. Ну, есть вода в кране, и все. А то, что эта вода абсолютно из сводных вод, кого-то не интересует, потому что она сегодня идет, и все в порядке. Но то, что аграрный бизнес, который развивался в Крыму, на сегодняшний день не имеет перспектив развития. Об этом человек не задумывался, обычный человек. А о том, на сегодняшний день точно так же они задумались, подождите, а как развивать бизнесы? А как здесь жить без электроэнергии? А как можно строить новые заводы? А как можно привлекать инвестиции, когда весь мир запрещает взаимоотношения с оккупированной территорией? Кстати, один из вопросов, который говорит, что в Европе все достаточно понятно. Если мы устанавливаем, что какая-то европейская компания подписала любой контракт с оккупированным Крымом и их предприятиями, мы поднимаем гвалт, мы кричим, что же происходит? Ай-яй-яй, уголовное производство, и Европа нас поддерживает, говорит, да-да-да, мы накажем своих соплеменников. Что же делаем мы? Сами подписываем контракты и торгуем. Поэтому сегодня есть полное ощущение, что интеграция Крыма в Украину была очень глубокой. И оккупант не только ничего не делал, но и не в силах что-то сделать. Искусственная подпитка Крыма сегодня временно с какими-то целями, дать больше зарплату бюджетникам, дать больше, не знаю, каких-то затрат на пенсии. Но подождите, а из чего будет развиваться эта территория? Паспорта их посольство, как правило, не признает, значит, никуда выехать они не могут с этими русскими паспортами. Бизнес развиваться не может, туристы не ездят. Что будет дальше? Вот что будет дальше, наверное, сегодня многим прояснилось. А что будет дальше в политике Киева в отношении Крыма? Я думаю, что сегодня и общество. На сегодняшний день она вообще существует? Безусловно. Да. Но безусловно. Я очень часто слышу претензии, что нету стратегии. Но я не могу с этим согласиться. Потому что стратегия – это не рисунок картины, которую вот нарисовали, она там 20 или 30 лет, краска не отпадает. Мы каждый день с Россией играем какие-то шахматы. У нас есть концепция, правила, по которым мы идем. Давайте пойдем поэтапно, с чего это началась эта концепция и куда она пошла. Изначально, когда только была оккупация Крыма, юристы, адвокаты, правозащитники объединились и стали анализировать порядок поведения оккупантов в Грузии, в Азербайджане, в Молдове, в Чечне. И я вам скажу, что в принципе он ведет себя достаточно типично.
То есть методы, которые применялись тогда, применяются сейчас. Абсолютно один и тот же шаблон. Это дало нам возможность, первое, разработать и внедрить новое законодательство, которое дает вам возможность уголовно-правовой защиты государства. То есть мы установили определенные уголовные статьи за то или другое нарушение. Мы разграничили, что можно делать в Крыму, а что нельзя. Как только кто-то переходит эту грань, существуют специальные органы. Дальше мы создали механизмы. То есть специальное подразделение Генеральной прокуратуры, прокуратуру Крыма, МВД Крыма. Сейчас создается фискальная служба Крыма, восстанавливается. Я надеюсь, дальше будет СБУ, исполнительная служба и другие. Подсудность мы законом о правах и свободах на тимчасово оккупованную территорию Украины перевели на Киев. То есть у нас есть все суды. В рамках этой схемы законодательного обеспечения и механизма реализации сегодня следующие результаты. Из 10 кораблей 4 арестовано, находятся на территории Украины, 150 находятся на списке и в Крым больше не заходят. Это фактически блокада транспортная. А те, кто заходит, мы их ставим в список, и в следующей, так называемой юридической морской блокаде, я думаю, что мы будем арестовывать эти морские транспортные средства уже в других странах, это тоже позволяет. Мы провели по инвест-деятельности, то есть какие компании работают, обращаемся в те страны, где есть иностранные компании, работают с Крымом, и останавливаем эту деятельность. То есть мы блокируем таким образом. Ну вот по кабелеукладчику китайскому, представляющему, то есть который входит, судовладелец входит в крупнейшую строительную корпорацию китайскую, и вполне возможно, что увидев, что Украина никаким образом не реагирует на работу в Крыму этого кабелеукладчика, что никакие санкции не предпринимаются, потому что нет ни даже заявления, даже ноты протеста там МИДа, да, мы ничего не знаем, были ли какие-то телодвижения вообще сделаны в сторону посольства Китая, Китайской Республики здесь в Киеве, но никакой информации совсем нет. С одной стороны, как бы мы заставляем их все больше и больше втягиваться в нарушение, а Россию тратить и тратить побольше денег в Крыму прокладкой там одного кабеля, второго, третьего, четвертого. Но тем не менее, я думаю, что если китайская эта компания, корпорация увидит, что никаких протестов со стороны Украины нет, что никаким образом это не мешает ей действовать на других площадках, то эта же компания, она мостостроительная, между прочим, то она будет строить и транспортный переход через Керченский пролив. А мы будем молчать. Ну, вот кабелеукладчик работает с середины октября. Смотрите. Я не могу принять эту позицию. МИД работает, живет своей жизнью. Фактически мы с МИДом не имеем от такого плотного сотрудничества, кроме того, что мы информируем о тех проблемах, где они могут включиться. А это нормально, что он живет своей жизнью от парламента? Смотрите, не совсем понятие парламента. Больше, наверное, от той группы, которая занимается уголовно-правовой защитой. МИД, вы должны понимать структуру. МИД – это такое как бы подразделение президента, которое пытается находить дипломатический язык, который не всегда приемлем. Так это президент должен ответить на этот вопрос, даже не МИД. Я думаю, что на этот вопрос должен ответить МИД. И я думаю, что в моем понимании для меня нет смысла тратить время в этом направлении, потому что если МИД сделает очередную ноту, где он будет очень сильно обеспокоен чем-то, это не та мера наказания, которая ждет этого кабелеукладчика. Это кабелеукладчик в отношении его открытого уголовного производства. А в отношении этого кабелеукладчика фиксируется информация о капитане и о команде. Я уверен, что этот кабелеукладчик должен быть арестован. Лицо должно быть привлечено к ответственности согласно санкции статьи 5 или 8 лет в зависимости от состава преступления, лишения свободы. Другой вопрос, что мы эффективно работали только с теми суднами, которые заходили обратно в Украину, чтобы у нас был механизм. Однако сегодня, я думаю, что мы уже начнем. Господин Ладвинский, но дело же не только в этом кабелеукладчике. Мы прекрасно знаем, что Керченский пролив по соглашению двустороннему в соответствии с международным морским правом является у нас внутренними водами с Российской Федерацией. После Тузлинского кризиса президенты Кучма и Путин подписывали, и с тех пор никакие работы, никакая хозяйственная деятельность невозможна в проливе и в Азовском море без согласования другой стороны. Мы позволили, мы согласовали эти работы? Безусловно, нет. Конечно, нет. Действующие ведь на это соглашение на сегодняшний день, несмотря на аннексию Крыма. Сегодня и Россия тоже его не денонсировала. Судим, Керченский пролив, задается вопрос, кто получает деньги.
Давайте более глубже пойдем. То есть за что деньги? За проход. А при чем тут проход? Смотрите. Статус пролива поменялся? Статус... Соглашение действующее? Соглашение, в моем понимании, действующее. Я думаю, что это, наверное, больше недоработка, чем поэтому ситуация. Одностороннее действие – это нарушение морского права? Безусловно, нарушение морского права. А сейчас мы молчим. Давайте пройдем дальше. Какой следующий шаг должен быть? Смотрите, тут существует конфликт. Следующим шагом должна быть публичная фиксация нарушения этого права и обращение к нашим партнерам с просьбой об ужесточении санкций. И со своей стороны, также по пополнению санкционного списка в отношении тех субъектов хозяйственной деятельности, которые многие там трудятся. А это не только китайцы, а это российские компании, государственные монополии, которые сегодня там активность проявляют. Опять же, многие считают так, как вы, и я очень ценю ваше мнение, вместе с этим. Да. Мы должны разделять. Юридическая ответственность в праве разделена на определенные формы. Уголовная, административная, дисциплинарная или другая. В моем понимании, это санкции – это не форма уголовного наказания. Санкции – это вводит для поддержки международного права определенных государств. Другое исключает? Безусловно. Каким образом? Потому что никто не может дважды быть наказан. Если наказали по одному праву, если тебя наказали за... Подожди, так санкции – это не наказание. Давайте я договорюсь, сейчас все объясню. Я вам все объясню. Уголовное наказание, которое применяется в данном случае, оно более глубокое, оно подлежит в том числе лишением свободы, чем просто санкции или административное наказание. В данном случае, в моем понимании, мы должны применять более эффективные методы уголовного правовой защиты. И этот колбелеукладчик должен быть задержан и арестован. Здесь МИД ни в чем не поможет. Здесь работа юридическая, уголовно-правовая, это Генеральная прокуратура, милиция, возможно, специальные экспертные институции и международная деятельность между этими органами со странами, где они находятся. Вот такой порядок. В истории... В оккупации Грузии, Абхазии в Грузии был только один пример, когда на 2 часа один корабль задержали. У нас сегодня уже 4 арестованных, и это показатель. Если вы говорите, надо ли мы знаем с вами оба, мы оба знаем с вами, как они задерживались, как они арестовывались, по каким этим самым причинам. И мы не будем сейчас на этом останавливаться, мы этому посвящали уже много времени. Мне потом расскажете. Вы это знаете все. И как отрабатывалась вообще эта процедура. Мы знаем прекрасно с вами, кто этим занимался. Но, тем не менее, я думаю, пока вы будете за этим китайцем гоняться, за это время могли быть применены санкции. Это мое мнение. Мы не будем спорить с вами, просто обменялись мнениями. То есть на данный момент Украина как государство, в лице в том числе МИДа, да, ничего не будет делать. Будем ждать, пока мы арестуем где-нибудь этого китайца, который, возможно, и не покинет пролив, а просто-напросто будет куплен после того, как это самое. Нет. Что значит, не безусловно. Любой человек, который скажет, я ничего не буду делать, для меня это уже человек уже такой подозрительный. Безусловно, это неправильно. МИД должен работать, и Минюст работать, и МВД, и все остальные органы. Однако, еще раз говорю, смягчая наказание, вводя понятие санкции, мы убираем возможность уголовно-правовых последствий. Мы продолжим с вами за пределами эфира эту дискуссию. И последний мой вопрос, который я успеваю уже задать вам, господин Логвинский. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день есть уже позиция у власти, да? Ну, будем говорить, у президента, у кабинета министров относительно того, каким образом мы поступим все-таки с законом о свободной экономической зоне Крым. Потому что на данный момент люди, которые по факту остановили его действия, являются потенциальными преступниками, да? Честное слово, это мое мнение. Подождите секундочку. Да, которые по факту остановили действие. А в то же самое время затянулась эта пауза, которая была отведена президентом для рабочей группы, которая должна наработать проект нового закона, либо законопроекта, которым отменится закон АСС. Есть какая-то подвижка в этом вопросе или нет? Работает эта ли группа? Вы к ней участвуете? Можно отвечать? Спасибо большое за вопрос. Давайте я вам отвечу поэтапно. Первое. Группа при администрации президента работает, но, наверное, эффекта я пока там не вижу. Не было концептуального понимания, каким образом дальше принимать этот закон.
Существует несколько форм блокад, которые применялась и предлагалась разными правозащитными организациями и адвокатами. Бывает, предлагалась форма блокады по субъекту. Это та форма блокады, которая применялась в Приднестровье. То есть только субъекты, например, украинского происхождения специальной формы регистрации под определенные обязательства, например, не продавать в армию, не продавать еще кому-то, могли работать. Было другое предложение, что надо было все-таки разделить это по предмету. То есть, например, там, спирт продавать нельзя, а вот, допустим, стекло можно. Или там, мясо нельзя, а яблоки можно, к примеру. Да. И ну, было какой-то перечень товаров. Да, да, то которые... есть было такое предложение. Оно тоже с кем-то было поддержано, а кем-то нет. И не было единого мнения. И его нет до сих пор, этого единого мнения. И была третья форма, это полная блокада, включая электроэнергию. Полностью. То есть не просто блокада, а полнейшая. Соответственно, что происходит с самим законом о свободной экономической зоне? К примеру, к нам на комитет попало уже два проекта закона о свободной экономической зоне, которые мы, комитет рекомендовал не принимать. Почему? Потому что перед тем, как подавать какие-то законы, слушать лозунги, надо еще его прочитать. Потому что почему мы просим отменить закон о свободной экономической зоне? Потому что он априори, по сути своей, построен с неправильными направлениями и целями. Термин «свободная экономическая зона», несмотря на то, что она самым эффективным образом применяется в технике, и единственная форма, которая вообще существует в законодательстве, и на тот момент она сыграла огромную серьезную роль, но это я позже объясню, но она неправильна по сути своей. Свободная экономическая зона развивает экономические отношения с территорией, развивает бизнес и так далее. Мы это допускать не можем. Поэтому в этом законе существует, например, админ границ. И когда просто подавали законопроект отменить такой-то закон, подождите, а что взамен? Соответственно, отменяя этот закон, мы просто отменяем админграницу. Мы вводим уголовную ответственность за работу, например, в рублях. Или за то, что кто-то не платит налоги, получая зарплату в школах. Поэтому мы требуем отменить закон. Но сейчас есть несколько законопроектов уже зарегистрированы в Раде, они уже более качественные. Они уже отражают эти процессы. И сейчас заминка заключается только в том, что мы будем надеяться, что эти законопроекты пройдут комитет. После чего их все-таки Рада поставит на голосование, и зал их поддержит. Не ожидая президентского проекта? Нет, не ожидая президентского. Спасибо большое. Георгий Логвинский, народный депутат Украины, представляющий также в парламенте Меджлис Крымсарского народа, спасибо огромное за содержательное интервью. Я надеюсь, с вами будем и впредь на оперативной связи, потому что мне кажется, что в ближайшее время нас ждут очень интересные события, в том числе и на админгранице. Спасибо огромное. Спасибо. Вопрос национальной безопасности продолжит военная тематика. Мы ждем в нашей студии гостей. И не переключайтесь, увидимся через несколько минут.